СНГ. Одно из главных событий для автолюбителей произойдет на Чебоксарском заливе. С 1 по 3 марта пройдут соревнования по зимним кольцевым синхронным гонкам на автомобилях. Волжский трек 2013. Грандиозное зрелище ждет чебоксарцев – гонки на заливе. На льду соберутся лучшие гонщики нашей республики. Также ожидаются и автомобилисты с других городов, профессиональные пилоты, многократные чемпионы России. Трасса играет важную роль, и организаторы тщательно подошли к ее созданию и оформлению. На сегодняшний день трасса, она подготовлена. Для ознакомления трассы для участников будет открываться 1 марта. Вот, то есть, возможно, будет официальное ознакомление, тренировочные, так называемые тренировочные заезды. Длина трассы получилась у нас 1300 метров. Ширина трассы от минимальной 14 метров, максимальная 22 метра. 2 марта в гонках имеют возможность участвовать не только профессионалы, но и любители. Участвовать в синхронной кольцевой гонке могут все желающие, умеющие управлять автомобилем. 3 числа пройдет уже контактная, реально ледовая гонка, где будут участвовать уже спортсмены. Хотя любой, в принципе, человек, который может подготовить соответствующим образом автомобиль под требования, да, спортивные, в принципе, может тоже участвовать. Зрители ждет не только незабываемое зрелище, но и приятные подарки. 3 марта пройдет и розыгрыш призов. Надо лишь распечатать купон. Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика.